У меня тут сейчас стоит большой мешок. Она не поняла, с кем я разговариваю. У меня сейчас стоит большой мешок с постиранным бельем. Надо его сейчас складывать. Складывать. Это смотрите, кто тут такой. Кто тут такой хрюкает? Извини, разбудили тебя. Сука, если. Сейчас будем складывать. Сейчас будем складывать белье. Стирка за неделю. Мы дома не стираем. У нас внизу стоят такие большие стиральные машинки. Вот одна стирка, такой пакет. И сушка тоже там же. Поэтому из-за того, что у нас... Ну, вот если вот это постоянно стирать дома, то постоянно нужно развешивать где-то это все и сушить. А так как большая влажность здесь, то... когда на такие на сушилке развешиваешь, что не просыхает, запах остается. Поэтому либо на обогревателях где-то, а когда в сушилке тут дома сушим, то тоже она пересушивается, становится мятая. Поэтому, ну, в общем, это удобнее. Один раз в неделю мы это загружаем, стираем все. А белье я так складываю, кстати, я потом, когда все это поскладываю, то я вам покажу. Я когда приехала только в Ирландию, то моя вторая это моя работа, была в магазине, в Бершке. И я там научилась так складывать, теперь я всегда только так все складываю. И по-другому меня вообще бесит, если... То есть, ну я потом, да, покажу. Аккуратно очень получается. А первая моя работа была в ресторане. Официантка я работала. Мне, в принципе, там нравилось. Это, наверное, самая нормальная... ну вот из таких вот такого плана работ, как бы сейчас бы я уже, конечно, не пошла. Это не мой уровень. Чиновницу, но на тот момент, когда, ну, ты идешь на такой, да, на такие вот на работу такого плана, ресторан, по-моему, идеальный, потому что, во-первых, там были очень хорошие чаевые, во-вторых, это люди приходят хорошо провести время, в хорошем настроении, но не пьяные, и вот поэтому мне нравилось. У меня подружка работала в баре. И вот ей было, конечно, тяжело, потому что туда уже все приходили бухие, чаевые там. Ну, чаевые у нее были нормальные такие, но... ну, знаете, когда ты трезвый, а все остальные пьяные, то не очень интересно работать.
Вот. Вот наскладывала. Но это белье, поэтому тут неаккуратно, это постельное. Это носки, они все уже разобраны по парам, так что вот.